Сегодня мы готовим необычный мужской бутерброд. Нам понадобится черный хлеб, масло растительное, подсолнечное, нерафинированное. Вот так мы увлажнили хлеб маслом. Теперь мы берем луковицу и режем ее полукольцами. Вот такие аккуратные, красивые полукольца выкладываем на наш хлеб. А теперь берем киту горячего копчения и тоже нарезаем ее тонкими кусочками. И аккуратно выкладываем на лук. Репчатый лук сейчас очень сочный, а кита в меру соленая и вкусная. Украсим наш бутерброд веточкой укропа. Можно покрошить его мелко. Наш мужской бутерброд готов. Вкушайте и наслаждайтесь. Подробности на сайте «Экзотика. Стиль жизни».